Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы сегодня посмотрим на фанатскую игру Hello Neighbor. Daniel называется она. Как сказал чувак, который мне прислал эту игру, кстати, большое спасибо и привет ему за это. Это дом, там дом из прототипа с тремя этажами. Даже не с двумя, а с тремя. И говорит, что они вписываются в атмосферу игры. Ну, собственно говоря, сейчас мы это и проверим. По менюшке, менюшка выглядит прикольно. Почему, не знаю только почему она называется Daniel. Ссылка на игру будет в описании. Настройки высокие у нас стоят. Давайте нажмем Begin. Так, нам предлагают нажать кнопку. Зачем такое странный? Что это за эффект? Зачем мне это? Ой, все, все, стемнело, я больше не вижу ничего. А вот пошли титры у нас начальные. Только так быстро летаю, что я не успеваю даже почитать. Я наконец-то дома. Тут на английском, конечно, все написано, не на русском. Что-то, вот вроде это дорога, а там что-то тупо, как будто тупо падаем вниз, море, ничего дальше нет. А там? И там тоже пусто. Ну ладно, в общем, давайте сделаем вид, что мы внимания на это не обращаем, а просто любуемся красотой этой местности. Выглядит оно действительно красиво. Так, во-первых, в багажнике ничего нет. Здесь висит большой замок. Издает, правда, звук, как у двери. И ключик у нас здесь находится. Геймплей по геймплею, как в при Альфе и Альфе 1 у нас. И вот такой вот дом интересный. Я такого дома никогда не видел. Ну что ж, сейчас мы вместе с вами посмотрим его. Только какой-то он пустой совсем. Есть, я так понимаю, подвал это. И он тут закрыт, и мы, видимо, узнаем что-нибудь. Но если это дом главного героя, то вряд ли в подвале что-то особо интересное будет. Да, все-таки как в приальфе, потому что, чтобы кинуть, надо нажать правую кнопку и нажать лево. Левую кнопку мыши. Именно так в приальфе было. Так, еще одна запертая дверь. Так, здесь пустоватый домик что-то. Что еще здесь есть? Первый этаж, наверное, надо дальше смотреть. Да, действительно. Опа. Не знаю, что там показывает. Но, в общем, не важно. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Кстати, где замочная скважина у замка? Вот это вот тоже какой-то странный немного момент. Так, и мы уснули, я так понимаю. Мы заснули. Так, света у нас толком нифига нету, я так, судя по всему. Нам надо его, наверное, врубить. В принципе, наверное, это подвал, собственно. Но где ключ от него взять? А где ключ искать от него? Я пока что-то не вдупляю. Ну, давайте искать. А выйти можно? Твою мать! Ты чё, ё-моё, офигел, что ли?
Ну, выйти, короче, мы не сможем. И это очень фигово. Я так понимаю, нам реально надо в этот подвал идти. Только где же от него ключ-то найти? Вот это мне пока не... Ой! Мне показалось, ли что-то только что было сейчас? В спальне, может, где-то ключик находится. Какой-то хоророчек тут пошел, я смотрю, кстати говоря. Может, я тут что-то не проглядел? А здесь я был? О! Что-то я не помню, чтобы была эта дверь здесь. И фонарик у нас... А, нет, не сдох фонарик. Просто по звуку я думал, фонарик сгорел. Это, оказывается, не он был. Но что-то я не припомню, чтобы эта дверь здесь была. Может, я просто невнимательно посмотрел, или может, она была закрыта. Не помню, что-то нифига не помню. А почему здесь заперто? Здесь заперто. Как выйти? Как теперь выбраться отсюда? Почему закрылась эта дверь? Так, вот курсор на бандикам тут попадает. Надо... Ой, заново пришлось все начинать. Потому что нельзя на Escape нажимать вообще. Иначе закрывается игра и придется все заново начинать. Да что ж такое? И, кстати, да, действительно, прохода этого с красным ключом изначально нету. Бандикам бы не нажать случайно. Вот это вот беспокоит немного. Я в какой-то лабиринт попадаю немножко, вам так не кажется? Твою мать, дебил! Господи, уже второй раз, блин. Это сон, я так понял, был у него. Надо найти ключ в этот подвал, что ли. Судя по всему, в подвал. Вот мы красный ключ-то от подвала нашли, но мы за... Но дверь за... Но дверь та закрылась. Вот, берем его еще раз. Этого прохода действительно нету сначала. Он за... Он закрыт стеной. А что с окнами-то? Почему они фиолетовые все стали? Ну, посмотрим, что у нас тут в подвале. Интересно, интересно. Вот этот, вот это будет как вариант на превьюшку, наверное. Это вот так даже. Так. Решетка закрыта здесь. Сломанные что-то новости. Какие-то коммуникации, что-то там норы. Возьмем на всякий случай. А то вдруг от той двери тоже подходит. Здесь ломик нужен. Ломик, я так понимаю, нужен. А, нет, здесь надо другой ключ. А эта решетка у нас открылась. Твою мать! В смысле, а чё? А что делать-то надо? А что делать? А куда? А что делать надо?
Хрена ж себе, это что за... Нет, это реально хоррорный мод какой-то пошел, охренеть. Я вот это я охренел сейчас. Вот это можно было и в штаны насрать, если честно, от такого. Блин, ну вообще жесть какая-то. Оба, долбануло, видимо, нас. Но долбануть, а не знаю, наверное, мы пешком сюда добрались. И вот мы видим дом из прототипа. Действительно, я вижу, можно, не знаю, он не сказал насчет четвертого этажа, но посмотрим. Так, что-то молоток прям сразу в... Слишком уж легко, когда оказался. О, блин. Вставай. О, прикольно. У нас предмет остается в инвентаре. Отлично. Ну, зашибись. И как я теперь пройду туда? Или может он забаговался? Ой, о, он меня не видит. Прикольно. Чайник, цветок и нифигатушки тут нету. Да еб... Ну дай выйти, сосед, дай выйти, пожалуйста. Я не могу выйти. Молоток, возможно, еще пригодится. Оставим его на всякий случай. Так. О, ключ. Прикольно. Телевизор не буду включать, а то еще соседа приманю. Может, на второй этаж пойдем? Посмотрим, хороши ли здесь этажи. Ну да, выглядит этажи выглядят довольно прикольно. И сосед уже сюда направляется. Отлично. Блин, а как бы не заблудиться здесь еще? Так, здесь решетка закрыта. Этажи это выглядит прикольно, только вот боюсь, что заблудиться можно здесь. А здесь? Блин. Хорошо, что предметы остаются в инвентаре, это радует. Это прям очень радует. Действительно, первое время он тупо в ступоре стоит и не видит нас. Вот без фонаря еще не все видно, конечно. Ну-ка. Так, курсор опускаем. Посмотрим, от чего ключ. Закрыто. Здесь у нас чайник, ваза и какая-то банка. Видимо... Но зашибись, нам придется предметы искать, блин. Ладно, давайте сходим вот сюда, например. Дверь заперта на ключ, но не этот ключ от этой двери. Да ё-моё, он из ступора уже вышел. Красавчик просто, просто красавчик. И почему вот этот звук постоянно играет? Он должен играть только когда сосед нас разыскивает. Это. А выключателя, кстати, нету. О! Что-то у нас тут открывается. Не знаю, что именно, но открывается. Котел у нас здесь имеется. Котел может быть для чего-то и нужен. Может, акула где-то плавает, не знаю. Там, видите ли, я не успел его потрогать. В смысле? Курсор я так вот сдвигаю. Может, на третий этаж сразу пойти? Вот фонарик бы тут, наверное, не помешал. Очень плохо тут видно. Тут нифига не видно. Нет, точно, без фонаря я вряд ли что-то увижу.
Надо срочно искать фонарь. Можно ли, кстати, зайти с той стороны? О, тут заборчик. Можно. И теперь вопрос, есть ли тут где-то фонарь. Кухня очень пустоватая. Есть ли в этой комнате что полезного? Нет, нифига, шинки в этой комнате нету. Надо где-то найти фонарь. Без фонаря я ничего просто не увижу. Да блин, ну как я должен мимо него проходить? Он все время появляется в коридоре. Это немножко минус, я бы сказал, этого мода. Этой фанатской игры, что он появляется постоянно здесь. Фонаря нигде нету. На втором этаже где-то искать его надо. Может, где-то в ящичках есть. Нет. Даже тут нифигашеньки не видно. А, можно же вот так сделать. Ну-ка. Тени низкие ставим. Чтобы легче было что разглядеть. Если найду, если фонарик увижу, то это будет уже легче. Да блин. Он постоянно здесь спавнится. Как? Может его отвлечь как-то надо попробовать. Эти штуки не берутся. Опа! Вот от чего и ключ у нас. От магнита. Магнит для чего, пока я не знаю. Блин, опять курсор в бандикам упирается. Пока не найдем фонарь... А, отлично, я теперь вообще туда не пройду. Если фонарик увидим, то выключим этот режим. Но пока я не могу. Это тяжело будет очень. Ничего не видно почти. Вот фонарь. Оказывается, ну-ка. Так-то лучше. Решетка у нас тут открылась, короче. А вот для чего и магнит нам нужен. Где он? Магнит-то где? А, он выпал. Чё же он выпал-то? Он не умеет приседать. А, нет, умеет. Вот так. Хорош. Ключ взяли. Только что-то он вообще в инвентаре не отображается. Ну как, он точнее вроде как есть, но он не отображается как ключ. А, вот, отлично. Здесь другой ключ. От чего-то другого. О, а, я, кажется, понял, от чего. Так, пока молоток тут оставим. Вот этот стул мешает, конечно. База у нас от комнаты, где что-то должно стоять. Где это именно, я что-то уже забыл. По-моему, здесь. Нет, оно не здесь, это ванна. Может, здесь?
здесь. Она должна быть в середине. Хорошо. А, кстати, подождите, я такой же чайник видел... Ой, блин. Такой же чайник в одной из комнат первого этажа был, по-моему. По-моему, вроде, давайте посмотрим. Да, блин, ну как я должен мимо него-то пройти? Я отвлекать его, наверное, должен. Вот он. Похоже на него. Иди ты. Он должен быть слева. Вот так. И... О, вот. А вот и банка. Отлично. Что у нас здесь находится? Здесь находится ключ. От чего пока я не знаю. Наверное, на третьем этаже что-то. Уж вряд ли он сразу от подвала, потому что мы на третьем этаже еще даже ничего не видели. Давайте, да, и давайте посмотрим. Это серебряный ключ. А это, я так понимаю, этаж четвертый. Самый верхний этаж, я так понимаю. Да, он тоже здесь, судя по всему, есть. Междудвижонка сжечь, наверное, нужно. Блин, как же он внезапно-то появляется, а? Блин, вот этот звук задолбал, если честно. Где тут котел был? Я знаю, от какой двери этот ключ. Вернее, помню. Чего бы за этой дверью не было, сейчас вскрытие покажет. Серьезно? У меня это есть уже. Приколисты, конечно, тупо хотели ввести в заблуждение. А ключ это все-таки действительно от подвала. Так, и подвал у нас, собственно. Ну да, действительно, этажи классно сделаны. Только почему-то розовое все какое-то здесь. А здесь какое-то все другое. И погони нету за нами, наверное. И что, она не открывается? А, мы едем. Мы едем, отлично, не прикольно. Активируем. Ох ты ж, нифига себе, что это такое? О, нам гранты, все. Или нет? Что-то там по новостям. Какой-то неизвестный человек. Мой сосед потерян. Что-то там свечение из этого окна. И надо пойти и узнать, что там. А, это еще не конец игры. Прикольно. А, сосед все-таки там или не там? Непонятно. Короче, это дом из второй альфы, я вижу. А чё дверь широкая такая? И вообще что-то каким-то все широким стало, по-моему. Ну-ка проверим. Опа! Нас заперли. Замечательно. Наверняка сейчас опять скримеры соседские будут. Ёшкин кот, ничего себе.
Ой, он пропал. Так, решетка закрылась тут. Да что ж такое, опять что ли? Короче, дом ужасов какой-то это у нас. Ну-ка, дайте мне фонарь. Очень нужная вещь. Так, гроб какой-то. С переключателем, отлично. Я нашел переключатель очень быстро. Ну-ка, как его включить? Чё он не кликается? Во! Решеточка открылась. Замечательно. Здесь у нас заперто. Фонарик еще один у нас имеется. Ладно. А, тут решетка закрыта. Ладно, тогда давайте второй этаж смотреть. Ох, сколько звезд-то на небе. Зашибись просто. Здесь закрыто. Не снимается картина, это жаль. Может, за коробками что-то есть. О, нифига себе, да, действительно. Есть. Вот это у нас открылось. Только чем бы нам открыть? Где взять молоток? А, вот же он, ё-моё. Так, раз открыл. Два открыл. Заперто здесь. Здесь пусто. Штырит что-то нас немного. Где они спрятаны? Винтер не крутится. Этот. Медвежонка опять нам надо найти, что ли? О! Ключик нашли, прикольно. От чего только я пока не разобрался. Наверное. А, тут решетка закрыта, точно. Мы же сюда не попадем. Так, от чего же ключ тогда? Ну, я так понимаю, от двери, которая за решеткой, но надо медведя где-то этого найти. Может, где-то в шкаф, может, в шкафах что-то есть. О, вот и медведь. Вот и медведь. Привет, медведь. Сгорай на обед. А, нет, обеда не будет. Темнота, как ё-моё. Точно, ключик этот отсюда. Нажми на рычаг и беги как можно быстрее. Эта дверь откроется. Дверь какая откроется? Вот это? А. Собирайся и вали. Свали барахло сверху на машину. Сверху, что ли? Да, действительно. Замечательно. Мы куда-то едем.
Куда? А, фиг его знает куда. Ответ я не знаю. Гроза выглядит очень даже мрачно и пугающе. Спасибо за игру. Продолжение будет позже. Ну да, все-таки это первая версия мода. Вышла она месяц назад где-то. Мод этот совсем недавний появился. Ну блин. Блин, эта гроза тоже шикарно выглядит. Вот прям реально. Давайте тут остановим. Вон и закончим. Прикольные эмоции. Можно галочку поставить. Мне понравилось. Очень даже понравилось. Классно прям сделали. И хоророчек добавили. Вот хоророчек тут реально есть. Скачать игру вы сможете по ссылке в описании. Ну а на сегодня все. С вас Икус подписался. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стрим. Канал Субтитры ВКонтакте и на блоговый канал. Подписывайтесь. И всем пока.